Здравствуйте, дорогие мои друзья. Паша Дуров снова буянит. Почему снова? Потому что недавно он написал эпическое письмо, где обосрал Facebook, WhatsApp, и ничего нового он там не сказал. Весь мир знает то, что Цукерберг торгует личными данными пользователей. И кто хотел, давно отказались, как от Facebook, так вот WhatsApp, и без Паши Дурова разобрались. Хотя Паша молодец, конечно же, он хайпанул. Теперь он пошел дальше. Он решил переманивать к себе IT-специалистов из Яндекса. Ведь в Яндексе их не кормят, а он обещает их всех кормить вкусной едой и спасти IT-индустрию Российской Федерации. Ведь в России продолжают национализировать бизнес IT-компаний. И обычный рядовой пользователь смотрит на это все и специально переходит на зарубежные ресурсы. Хочу поправить тут кое-что. Паша, всем похер. Люди старше 30 все сидят в Одноклассниках, все студенты сидят в Яндексе, и большая часть использует Mail.ru ящик. Что ты такую за дичь несешь вообще, Паша? Также Паша сказал, что все бегут из ВКонтакте, в Инстаграм бегут, короче, и в Ютуб. Паша, Ютуб, ВКонтакте и Инстаграм — это совершенно разные ресурсы. Дело в том, что те долбоебы, которые любят фотографировать еду, если они ее будут фотографировать и скидывать ВКонтакте, они будут затроллены, понимаешь? А в Инстаграме нет, потому что там таких много. А ВКонтакте, как видеохостинг, в принципе, говно, потому что, ну, в принципе, это твоя вина, 100%. ВКонтакте как-то больше что-то обсуждают. Пишут друг другу сообщения, общаются, скидывают фотографии. А вот как видеохостинг, ВКонтакте говно. Еще раз повторяюсь, это твоя вина. Потому что с момента твоего ухода практически, ну, ни хрена не изменилось. Как бы сравнивать ВКонтакте и Ютуб, это, ну, очень тупо, на мой взгляд. И как вы думаете, что дальше начинает делать Паша? Как всегда, рекламировать Телеграм. Конечно же, Яндекс, Гугл, Ватсап, говно. Самое лучшее, конечно, это только в Телеграм. Я пользовался Телеграм примерно 20-30 минут. Ну да, прикольный чат, там, короче, можно это. Смайлики ставить, публиковать видео, друзей новых находить. Прям как, в принципе, и ВКонтакте в году 2009. Я понимаю, у Телеграм очень много фанатов. Да, крутой чат, но он, сука, не самый лучший в мире. Там нет писец какого-то такого функционала, чтобы я, например, отказался полностью от всего и ушел в Телеграм. Паша, ты круто хайпанул на запрете, понимаешь, когда его запрещали в Российской Федерации. Ну, это, Паша, уже, в принципе, перебор, понимаешь? Паша, это долбоебизм, понимаешь? IT-специалисты из Яндекса не пойдут к тебе на работу, потому что Яндекс — это очень популярная штука сейчас. И там хорошо платят деньги. И давай ты начнешь заниматься делом, и на самом деле внесешь в Телеграм супер-пупер функции какие-нибудь крутые, чтобы пользователи в реале решили, точнее захотели пользоваться твоим мега-чатом. А пока это просто популизм. Ты кидаешься какашками просто вокруг себя везде. А на деле это просто, сука, чат. И все. И это мое мнение. Я понимаю, что вы там в России любите этот чат, но я ничего нового там не увидел. И что он там супер-пупер тупо защищенный, и ФСБшники не украдут мои данные. Чуваки, я ничего не скрываю, я не нарушаю закон, пусть забирают, мне насрать. Ну и как бы вся эта приватность немножко под сомнением, очень много людей как бы говорят, что ну это лапша. Но это лапша уже совсем другая тема для видео, я просто немножко высказался, бомбанул. Я просто популистов-то не люблю. На этом я заканчиваю, всем пока, всем прекрасного дня.